Два человека стали жертвами тропического шторма Нору, который накануне обрушился на Японию. Пострадавших более 50. Стихия слабеет. Тайфун понизили в звании до шторма вскоре после того, как он дошел до архипелага, а теперь его переклассифицировали в тропическую депрессию. Тем не менее, Нору наносит существенный ущерб, поскольку движется не быстро, около 25 км в час, и идет ровно вдоль архипелага на северо-восток. Скорость порывов ветра при этом достигает 250 метров в секунду. Во вторник в Японии отменены более 60 авиарейсов. На острове Сикоку по-прежнему нарушено железнодорожное и автомобильное движение. Из-за ливней высок риск оползней и наводнений. Так уже вышла из берегов река Аны в префектуре Сига. Предписание об эвакуации уже получили более 100 тысяч человек. В пострадавших районах развернуты временные убежища.